Попугай все, заселился, радуется. Сегодня будем делать гнездо для попугая-неразлучника. Если у вас другой попугай примерных размеров, то тоже подходит. Вот такие мы делаем две заготовочки. Это будут стенки. Размер у них 17 на 14. 14 на 17. В общем, сделал все заготовочки. Это будут боковушки. Это будут как упоры. Здесь сверху будет крышка. Это будет передняя часть. Здесь диаметр отверстия от 4 до 5. У меня 5. Потом палка будет. Она будет насквозь идти. Вот так внутри будет выглядеть. Почему насквозь? Потому что это не разлучник. Если вы сделаете как в обычной, вот так вот, в обычной любом скворечнике, он ее скорее всего вырвет и все. Я сейчас буду сверлить отверстия и собирать. Что получится, я вам сейчас покажу. Отверстия все просверлил. Сейчас буду такими шурупами закручивать. Вот такой домик получился. Здесь отверстия, напоминаю, 5. Палочку я взял, обычную веточку. Здесь сделал отверстие просто, чтобы удобно было палец засовывать. И вот это верхнее. Она должна очень плотно быть, чтобы попугай ее не смог открыть. Вот. И не надо над палкой делать, иначе он клюв, он сможет ее открывать. Все, у меня все плотненько. Буду заселять сейчас попугая. Туда я положу соломы. Ну и он сам гнездо там совьет. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока.